Челябинской больнице скончался мужчина, который пострадал в жуткой аварии в металлургическом районе. После ДТП кроссовер влетел в столб, и конструкция рухнула на иномарку. Ничего на заднем сиденье. Оно просто в кровище все. На этих кадрах сотрудники городской службы спасения вызволяют из искореженной иномарки мужчину. После того, как на кроссовер упал столб, его ноги зажало в салоне. Вытаскивать мужчину пришлось через водительское сиденье. Правда, как стало известно позже, этот человек скончался в больнице. По предварительной информации, за рулем Ниссана была девушка, которая не имела водительского удостоверения. После ДТП она вылетела через окно автомобиля и получила травмы. Тем временем служители закона виновником аварии пока считают владельца Kia Rio. По предварительной версии, он был пьян за рулем и поэтому на перекрестке не пропустил Nissan, после чего кроссовер улетел с дороги и снес столб электроопоры. Расследование аварии еще продолжается.